Каждый год 65 миллиардов животных выращивают и убивают ради мяса. По 9 животных на каждого человека на Земле. И это оказывает огромное влияние на окружающую среду. Но Майкл Мосли попытается выяснить, есть ли выход. Можно ли быть хищником, не уничтожая планету? Смотрите документальный фильм «Правда о мясе» на канале «Наука 2.0».